сон. Я хочу проснуться, чтобы все было хорошо. А не бежать, блядь, даже некуда, некуда скрыться. Сука, страшно. В 5 утра начался обстрел, я первые звуки услышал, проснулся, понял, что очень на обстрел, похожий на артиллерийский. Вскочил с дивана, побежал, ну, думал идти мать будить, короче, и вот прилетело. Услышал за спиной, ну, как взрыв, я думал, где-то рядом рвануло стекла, потому что повыбивали, потому что, ну, камушками по ногам сзади дало. Думал, эти осколки стекла. Его скорая увезла, ранение, потому что левой ноги, я не знаю, осколок, не осколок, но крови много. Свою страну и просто мирного неба, а не вот так вот, как крысы по норам.